в этом пандемическом году, который всех в этом году, который заразил их Барселоны против Серджи Бускетса. В общем, интриг, это гроза всех соперников Баварии в игре против Аталанты, а вот вчерашний фаворит Атлетико не паузы после небольшого сбора, после даже отпуска, который был у футболистов. Поэтому, конечно, не ограничивается сегодняшнее противостояние соперничеством Месси и Левандовски. Павара вынуждает передвигать Йосуа Кимиха из центральной зоны на право. На Павара здесь все сильнейшие, и список тех, кто может изменений серьезных, за исключением, конечно, возвращения Бускетса и Артура Видаля из Барселоны в мюнхенский клуб. Но вот смотрите, не с минут молчания начинается эта игра. Спасибо, выходит каждая команда на матчи плей-офф либо 18-й. Справа Нельсон Семедо, он вернулся к себе домой. Он родился в лесу, разумеется, Роберт Левандовски. Атака Барселоны. Опасно! Буатенг к брату сбросил мяч из-под Фрэнки де Йонга. И удар, может быть, и корявый получается у Роберта Левандовского, у Томаса Мюллера. Но удар, который становится неберущимся для Марка Андре Терштегена. Вот. Но больше все-таки надо, наверное, сделать акцент на скорость. Пятится назад Дэвид Алаба. Передача. Суарес. Момент еще. Единственная команда. И сейчас в атаке. Ой, какой момент и гол. 1-1 к 7-й минуте. Лига чемпионов. Мы любим тебя. Дэвид Алаба улыбается. Своего любимого футболиста. Еще раз смотрим Буски. Позицию. Терштеген. Передача по признанию самого Альфонсо Дэвиса, его любимый игрок Суарес уже не постеснялся назначить пенальти. И в концовке передача Алаба все-таки чуть побыстрее оказался. Месси сбивает Альфонсо Дэвиса. Пока без желтой карточки Месси извиняется, перешибается, что с ним редко бывает в таких ситуациях. И момент еще один у Баварии. Вот опять после неудачно вынесенного мяча Терштегеном. Посмотрите, как здорово сыграть. Себя предложить. У Баварии все здесь перемешалось. Потому что правый. И еще раз Буатенг. Левандовски. Пике. Мех. И штанга Месси. И момент. И здесь хорошая атака. Треденска уже облетели фотографии, каким Горецко был и каким он стал. Возмущены решением. И вот так грудью вперед отправляет мяч. Бускетс. Видите, как высоко Бавария этого последнего сезона Бундеслиги. Удар, как сегодня замечательно было написано в одном превью к этой встрече. Побежал Мюллер на ближнюю штангу, а здесь подача Терштеген. Кимих, Йосуа Кимих, и здесь борьба. Пике выше всех выпрыгивает, там Видаль поборолся. Ждет в этой зоне мяч. И угловой. Уже за 30. Семедо. Сейчас Месси набрал скорость. Где там Буатенг? Месси бьет. Отбирает. Забегает за спину Перишич. Опасно. Удар Перишича. 2-1. И опять Бавария наказывает соперника. Отбирая мяч на чужой половине поля. Серджи Роберто. Привет тебе из... Уже ту норму, которую обеспечили Пари Сен-Жермен. И от... Кимих и Алькантара. Рикошет, касание от ноги Климана Лангле. Скидка Левандовск. Сейчас после этой атаки можно рассказать. Серджи Роберто в штрафной передаче. Вот он на сей раз Жером Буатен угловой. Терштеген сказал, у Баварии оба результативные. Прострел. Терштеген! Терштеген! Финальную команду. Подача. Не получилось передача у Лионеля Месси. Это был бы уже приговор. Подача на ближнюю. Играет Барселона, выстраивая Гнабри. Какая передача! Шикарная! 3-1! 3-1! Бавария! Машина! Просто машина! Кто же такой классный пас за спину Лангле забросил? И Гнабри! Правда. Штегина. И он ни в коем случае Нойера обидеть не хотел. Удар головой Лангле. Он забил в матче против Наполи. В 1-8.